Ребята, ребятушки, ребзя, вы меня слышите? Алло, вы меня слышите? Слышите? А вы слышали про новое супер-мега развлечение? Кипол again. Стрикся. Ты чё? Бирбирю, ава, блять, будь серьёзен. Парни, это не ваш район. Ты прав, это наша земля. Земля-то наша, но район. Какой район? 13. А зачем мы бежим? У них пушки били. Ваш. Ма, если есть охренительно круто. Не валяется, да, а я вот валяюсь. Чу, я забыл выключить. Ел ее корм, и она сдохла. Ниже бич, сказав что-то плохое. Но ты, сука, лови кирпич. Теперь низких здесь двое. Твой рэп говно, не понимаю слов. Ты можешь читать еще тише. Давай скажи, что я но. Которым мы должны найти. Yo, get a life! У нас к ним прилетел. Ну и ладно. Или нет? Станции, пидери. Включить гиг. Но он, в принципе, не нужен. Он давно забрал эту гребаную карточку из этой гребаной морозилки. Чё? Это как произошло вообще? Алло, а ты куда? Я не... Это как произошло вообще? Алло, произошло вообще? Алло, ты произошло вообще? Алло, ты куда? Я не подписывался на такие поездочки. Поездочки. Алло, ты куда? Я не подписывался на такие. Алло, ты куда? Я не подписывался на такие. Алло, ты куда? Я не подписывался на такие. No. No leg day in this dude's house. Курица, прием, ты еще молчишь, отвечай! Агент Курица! Ты че молчишь, а? Отвечай! Курица, ты единственная надежда нашей национальной безопасности страны! Новейший графический движок от NVIDIA реализует технику себе по... посылка. Метров. То есть, если ваш собеседник будет находиться от вас на расстоянии 5 километров, то вы сможете его слышать. Это у... Жара, лето, солнце, жара, танцуй до утра. Лето, солнце, жара, танцуй до утра. Лето, солнце, жара, танцуй до утра.
это солнце жара, танцуй до утра. Но я буду еще. Но сейчас не время истории, малыш. Отстань от меня, демоническое отродье. Кто сюда вообще котел поставил? Говорящие собаки. Я вас не понимаю. Все просто надо. Босс, на 270% натуралс. Скучно. Просто надо немножечко приложить голову. А тортик. Или это... Живи дачок лайку. Это... Называется фингерборды! Оставь. Is all this? Ну так вот, недавно я накопил наконец денег на свой первый фингерборд и пошел его покупать, но в